1727.27.06.2018. Обновлено 17.37.27 июня 2018 года 26614 Москва 27 Юн. РИА Новости. Тема «Украина» не являлась главной в ходе беседы президента РФ Владимира Путина с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи. «Украина затрагивалась. С нашей стороны было заявлено о необходимости выполнения минских договоренностей, рассказано о наших подходах принципиальных. Американцы комментировали, но эта тема не была главной на переговорах», сказал Ушаков. Точка. Решетка Джон Болтон. Решетка Владимир Путин. Решетка Россия. Решетка США.